не пришел конец. Дождалась земля света с небес. Божий сын пришел от отца, чтоб спасти этот мир. Пусть сердце твое пылает для него с каждым днем все больше и больше. Прославляй его каждый день всей своей жизнью. Книга пророка Исаии, 55 глава, 10-11 стихи. «Как дождь и снег не сходит с неба и туда не возвращается, но напояет землю и делает ее способную рождать и произращать, чтобы она давала семя тому, кто сеет, и хлеб тому, кто ест. Так и слово мое, которое исходит из уст моих, оно не возвращается ко мне тщетным, но исполняет то, что мне угодно, и совершает то, для чего я послал его». Это слово написано от имени Бога. Я процитирую вам еще один стих, это притча 18 глава, 21 стих. Там написано так: «Смерть и жизнь во власти языка». Еще раз, смерть и жизнь вот здесь у нас, дорогие, во власти языка. То есть мой и твой язык имеет в себе власть или имеет потенциал повернуть тебя либо к смерти, либо к жизни. Смерть и жизнь во власти языка. Как вы думаете, что такое вера?
Если бы мы вышли на улицу просто с камерой, с микрофонами, начали бы спрашивать у прохожих, что они скажут, я думаю, у нас было бы очень много разных мыслей и все различные ответы. Кто-то сказал бы, да, вера – это просто прийти в церковь. Кто-то сказал бы, вера – это ритуал, когда ты на Пасху красишь яйца, когда ты там воду светишь. Кто-то сказал бы, что вера – это, знаешь, меня бабушка учила молитвы «Отче наш». Кто-то достал бы крестик и сказал бы, вот что такое вера. Я крещен, я знаю, что такое вера. Кто-то сказал, так какая вера, пустота. Все это, деньги правят всем миром. Кто-то, кто знает, были бы все различные ответы. Я не знаю, что ты понимаешь, что такое вера. Библия очень ясно говорит, что вера есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. И для нас это просто слова. Что такое уверенность в невидимом? Я не вижу это, но я уверен в этом. Библия говорит о том, что видимый мир, мир, который мы видим, он временный. Невидимый мир, который за границами, за пределами нашего зрения, он вечен. То есть есть параллельные миры, есть параллельный мир, духовный мир, невидим для нашего зрения. Но духовный человек, он знает, ощущает и понимает, что он вращается в плоскости духовного мира. Так вот, вера есть уверенность в невидимом, в духовном. И не просто уверенность, я уверен, я убежден. Это не убеждение только ума. Это также и осуществление ожидаемого, некое действие, которое ты делаешь, когда ты уверен, что там что-то есть. Когда ты знаешь, что есть Бог, твоя жизнь будет идти по-другому. Ты не сможешь просто-напросто жить, угождая самому себе. Ты знаешь, что однажды ты пристанешь пред Ним, и твоя жизнь закончится, ты однажды станешь пред Его лицом. Тебе нужно будет дать отчет за все то, что ты делал на этой земле. Когда ты знаешь, что есть Бог, ты осуществляешь уже свою жизнь, проживаешь по-другому. Но я хочу сказать, что это хорошо. Мы говорим сейчас об определении веры. Но есть много других определений веры. И вы мне скажете, пастор, подожди, а разве это не доверие? Вера – это же ведь доверие. Если я верю своей жене, я доверяю ей. Если я верю вам, я доверяю вам. Конечно, вера – это доверие. Кто-то скажет, пастор, как это работает вообще, доверие? Ну, знаешь, доверие – такая вещь. Больше, меньше бывает. Есть люди очень подозрительные, которые никому не доверяют. Такая школа у них была, такой опыт у них был в жизни. Так воспитывали, так учили, так годы прошли. И теперь, ну что такое доверие? Наивные мальчики доверяют кому-то. И они говорят, подожди немножко. И они так на расстояние вытянутой руки смотрят, чуть-чуть сверху на все происходящее. Есть другие наивные такие, которым там уже и по 40, по 50, они все еще такие наивные. И кто-то скажет, да подожди немножко, это же ведь психология. Ведь вы же знаете, что разные типы людей бывают. Ну подождите, это просто такой тип человека. Это что, вера в нем? Знаете, я хочу сказать, что вера отличается от простого доверия тем, что вера имеет под собой основание. И основание это есть Слово Божие. Когда мы говорим о доверии просто, да, можно сказать, что это такой человек, открытый экстраверт, который всему верит, который вот просто вот такой вот душа компании такой наивный. Но когда мы говорим о вере Божией, мы должны понимать, что основание у этого человека – Слово Божие. И вот как это работает. Слово Божие – это то, на чем мы стоим. Это то, чему мы доверяем. Знаете, Иисус или Бог сказал, горы сдвинутся, холмы поколеблются, милость моя не отступит от тебя. Слово, которое я сказал, оно исполнится. Мне очень нравится и сегодня, когда настоящие мужчины один раз говорят, не повторяя, и исполняют. Я помню, когда в детстве мы играли, и один мальчишка посередине игры вдруг что-то вспомнил, сказал, простите, и улетел. Перед тем, как он убежал, другой спросил, ты чё, куда? Значит, что он сказал? Он сказал, папа сказал, что он придет раньше, и что мы с ним пойдем в магазин. Кто-то сказал, да, твой папа сказал. Он остановился, и он сказал, если мой папа сказал, он это сделает. И я подумал, как здорово. Знаете, доверие, вера основана на слове. Но если мой папа сказал, и твой папа сказал, будь уверен, что он это сделает. Аминь.
Кого-нибудь трой, скажи аминь, наш папа все, что сказал, все исполнит и сделает. Друзья, как это работает? Это работает так. Я доверяю, и я говорю. Я доверяю, и я говорю. Но я доверяю Слову Божьему. Знаете, это книга, книга всех книг. Всех переживет. Мы пришли в этот мир, она уже была. Мы уйдем с этого мира, она будет все еще. Новые и новые люди, тысячи, миллионы, миллиарды людей, читая эту книгу, встречаются с ее автором, с Богом. Они ошеломлены. Они говорят, смотри, как искренне, как откровенно, как прямо, как будто бы просто в сердце. Это Библия просто говорит к нам, это Божье Слово. И в Библии сказано, это как молот, разбивающий скалу. Молот, удар такой, скала просто разбивается. Это Библия. Меч обоюдоострый. Это Библия, это Слово Божие. Свет, который как включаешь, ты вдруг все видишь. Знаете, тараканы разбегаются, когда свет раз, значит, и они чувствуют и убегают. Это Библия. Светильник ноге моей. То есть ты, знаешь, идешь, и ты не знаешь, куда идти. У тебя нет направления в жизни, нет мудрости, нет водительства Божьего. Ты не знаешь, куда идти, что делать, что не делать. Вообще ты потерялся. Много предложений всего. Что делать? Какое решение принять? Слово твое, в Библии сказано, светильник ноге моей. А вот еще один текст. В Библии сказано так. Он послал слово свое. И что сделал? И исцелил больного. Как исцелил? Просто послал слово. Просто сказал слово. Сказал, иди и будь здоров. И человек получил исцеление. Подождите, это же слово. Это не просто слово. Это Божие слово, которое сказал Бог. Человек принял это и получил исцеление. Потому что Слово Божие не возвращается к нему, не исполнив то, ради чего оно было послано. Я дам вам два текста из Священного Писания. Первый из них – 2 Коринфянам 4:13. Успевайте за мной, пожалуйста. 2 Коринфянам 4:13. Здесь есть написано именно этот принцип, о котором я сейчас говорю. Здесь написано так. Но имея тот же дух веры, давайте скажем, дух веры, а потом скажем, тот же дух веры. А какой тот же дух веры? А тот же дух веры, который был на отцах веры, который был на Иисусе Христе, который был на апостолах. Тот же самый дух веры сегодня на каждом из нас. Но имея тот же дух веры, то есть веруя Богу, что дальше происходит? Но имея тот же дух веры, как написано, я веровал и потому говорил. И мы веруем, потому и говорим. Итак, имея тот же дух веры, что происходит? Мы веруем и говорим. Еще раз. Веруем и говорим. Если ты говоришь, ой, мне плохо, это, наверное, предзнаменование уже моего конца. Ой, я не знаю, что будет завтра. Ой-ой-ой. А что ты говоришь? То, что ты говоришь, то произойдет в твоей жизни. Это значит, что ты в это веришь. Помнишь, смерть и жизнь во власти языка. Я веровал, потому и говорил. Второе место Писания. Евреям 3 глава, 1 стих. Евреям 3 глава, 1 стих. Здесь удивительные мысли, которые пишет здесь апостол. Он говорит так. Итак, братья, святые, участники в небесном звании, уразумейте посланника и первосвященника исповедания нашего Иисуса Христа. Еще раз внимание к слову «первосвященник исповедания нашего». Давайте скажем «первосвященник исповедания нашего». Что это означает? Первосвященник. Вообще священство, как таковой институт священства, это институт посредничества между святым Богом и грешным человеком. Это мостик, по которому вот этот грешник может каким-то образом добраться и угодить Богу. И первосвященство, как таковое, здесь речь идет об Иисусе Христе, это означает защищать грешника, помогать грешнику и каким-то образом умилостивить лицо Божие, чтобы свет Божий, святость его не убила, не сожгла нечестие в этом человеке и этого человека также. Таким образом, его роль Иисуса – стоять за нас перед справедливым Богом и защищать нас. Но он не может этого делать, если мы не исповедуем. Еще раз посмотрите. Первосвященник исповедания нашего. Если бы здесь было написано «Он первосвященник наш», то я бы сказал, какое у меня настроение, такое настроение, не трогайте меня.
Потому что, допустим, мне плохо, и мне плохо. Я не знаю, Бог, не Бог, все. И все в доме знают, там, допустим, что человеку плохо, хозяин, даже там пес там, прячется куда-то, да, плохо кому-то там в доме, все. Подождите. И ты думаешь, Господь меня там помилует, простит, защитит. Нет, нет. Потому что здесь написано, что Он не защитник наш просто так. Он не первосвященник наш просто так. Он первосвященник исповедания нашего. Давайте скажем, исповедание наше. То есть, что ты исповедуешь, то может он взять в основу, чтобы защитить тебя перед Богом. Таким образом, если исповедуешь негативное, неверие, ропот, там недовольство какое-то, гнев, разочарование, уныние, депрессию, просто тупик свой, и думаешь, что это, ну, так, наверное, будет вообще, плохо все, то наш первосвященник Иисус Христос, Он не может принести тебя пред Отцом Небесным, потому что исповедание твое, оно негативное, оно идет вразрез с Библией, со Словом Божьим. И только тогда, когда ты исповедуешь верою, что Бог проведет тебя, что ты не падешь, что ты пройдешь через кризис, что ты все равно будешь жить и прославлять, и возвещать дела Божии. Только когда ты смотришь на Него и исповедуешь, веря Ему, доверяя Слову Божьему, Он ходатайствует. Он является твоим и моим первосвященником. Исповедание нашего. Видите это в Библии? И это к чему-то нас подводит, дорогие. Это подводит нас к тому, чтобы мы использовали наши уста, и чтобы мы наше мышление изменили и направили в правильном русле. Я хочу дать вам несколько практических вещей. Есть те сферы, в которые нам нужно взять Слово Божие и провозглашать, как будто включить свет. Знаете, у нас много сфер в жизни. Одна из сфер – это страх и беспокойство. Этот раз в этой поездке я заметил, что у людей живет страх. Оказывается, что-то нелогичное, землетрясение какое-то, форс-мажор, падает метеорит. Люди в страхе. Некоторые просто кричат от ужаса. Почему? Потому что где-то внутри спит страх. Кто знает, что будет потом? Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Это инстинктивно. И знаете, есть текст из Священного Писания, который меня всегда ободряет и вдохновляет. Иеремия 29 глава 11 стих. В этот момент, в этой ситуации, так уместно встать на это слово и устами своими его процитировать и сказать этот текст. Вот какой текст. «Ибо только я, так говорит Господь, да, знаю намерения, какие имею у вас, говорит Господь, намерения во благо, не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду, чтобы дать вам будущность и надежду». И я поворачиваю это к себе. Я говорю, только ты, мой Бог, знаешь те цели и планы, которые есть у тебя для меня. Ты даешь мне будущность и надежду. Если ты оказался в унынии, в депрессии, и, может быть, услышал, какой диагноз сказали врачи, есть люди, которые выходят после посещения доктора в глубоком унынии, потому что они осознают, что жизнь очень коротка и осталось немного. И, знаете, дьявол как будто бы шепчет тебе на ухо, что да, 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 все, все, готовься, умирай, все, готовься, умирай. И, знаете, в моей жизни бывали случаи, когда просто цитировал, чувства говорили другое, мысли говорили другое. Я помню, однажды мне доктор сказал, что у меня здесь в голове есть опухоль. И он очень ясно сказал, что мне нужно вскрывать, делать трепанацию черепа. И если нет, то эта опухоль имеет тенденцию к росту и очень быстро может перевести в злокачественную опухоль. Я помню, что я сел в автомобиль тогда и сказал моей жене об этом. И как будто на ухо мне кто-то шепнул, ну и вот, еще совсем немного, и ты уйдешь. Ты думаешь, что это просто так? И знаете, я взял этот текст, засыпая, я цитировал его тогда в те годы. Хочу сказать, что я сегодня полностью исцелен и здоров. Ничего подобного нет у меня. Я буду жить долгую, счастливую, благословенную жизнь, как Кейл Осборн. 90 лет хочу покинуть этот мир не раньше. Аллилуйя!
Но я цитировал: «Не умру, но буду жить и возвещать дела Господни». 117-й псалом, это 17-й стих. Просто возьми это: «Не умру, но буду жить и возвещать дела Господни». И я повторял это снова и снова, засыпая. Утром поднимаясь, я говорю: «Я не умру, я буду жить, я буду возвещать дела Господни. Господь исцелит меня, Господь сделает свое дело». Знаете, по состоянию здоровья я бы добавил бы вам еще пару текстов из Священного Писания, которые всегда, всегда насущны были для меня, и не только, для многих-многих людей. Вы помните, когда-то в Библии Господь открылся Моисею, и он открылся ему с этим словом: «Я, Господь, целитель твой». Исход, 15 глава, 26 стих. Вот что я провозглашаю. Я говорю: «Ты, Господь, целитель мой, ты, Господь, здоровье мое, ты, Господь, который будешь помогать мне, ты, Господь, который восстанавливаешь меня». Или, допустим, 106-й псалом, который я уже цитировал: «Послал слово свое и исцелил их». Или 1 Петра 2:24, там написано: «Ранами его мы исцелились». Когда ты чувствуешь, что немощь приходит, ты простыл или что-то более серьезное, может быть, то этот текст говорит о том, что ранами Иисуса ты исцелился. Для меня очень важно было слышать, что Тил Осборн ушел из жизни не в болезни и без боли на 90-м году жизни. Потому что он проповедовал, что Бог исцеляет всех. Если ты веришь, если ты можешь высвободить свою веру, ты можешь получить это исцеление. Знаете, когда конфликты, когда суды, когда какие-то сложности, и люди поднимаются против тебя, и ты чувствуешь, что ты в действительности оказываешься где-то в центре внимания, и на тебя куют что-то, куют. Я проходил в своей жизни такие периоды. И это текст Писания, который я хочу прочитать вам, записан у Исаии, 54 главе, 17 стихе. Он является обетованием, на котором мы можем стоять. Написано: «Ни одно орудие, сделанное против тебя, не будет успешно». Ни одно орудие, сделанное против тебя, не будет успешно. И всякий язык, который будет состязаться с тобой на суде, ты обвинишь. Это есть наследие рабов Господа, оправдание их от меня, говорит Господь. Знаете, еще один момент немаловажный в нашей жизни, когда не хватает финансов, когда мы чувствуем, что нам в действительности нужен прорыв этой области, и мы не знаем, получится заработать, может быть, поменять место работы, может быть, каким-то образом, не знаю, где взять еще финансы, не хватает денег. И в послании к Коринфянам, во втором послании, 9 главе, 8 стихе, есть удивительные слова, которые являются обетованием нашего Господа для нас. Там написано так: «Бог же силен обогатить вас всякою благодатью, чтобы вы всегда и во всем имели всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело». Обратите ваше внимание на слово «силен». Давайте скажем: «Силен, силен, Бог твой, Бог мой имеет силу обогатить тебя всякой благодатью, прежде всего благодатью, не финансами, а благодатью. Но за благодатью следует и обеспечение, то, в чем ты нуждаешься, чтобы ты или чтобы вы, а я читаю, чтобы я всегда и во всем имел всякое довольство». И здесь четыре раза есть слово «всегда», «во всем», «всякое», «всякое», «всегда», «во всем», «имел всякое довольство» и «был богатым на всякое доброе дело». Слышите? Это говорит Бог тебе и мне. Когда ты правда потерян и не знаешь, как тебе в жизни поступать, что тебе делать, и у тебя не хватает внутри силы. У вас такое бывает, когда у вас не хватает силы. Вы уже понимаете, что правильно было бы так, но вас измотало что-то. Стрессы, потеря работы, недостатки, потеря близких, родных. Вы просто измотаны уже. И внутренняя сила просто на истощение. И вы понимаете, вам надо было бы вот это сделать или вот так, но у вас просто нет сил. Вы приходите, падаете в кровать свою, закрываетесь одеялами, просто не хотите ничего знать, просто отдыхаете, думаете: я посплю, потом буду думать об этом. А проснувшись, снова нет сил. Знаете, в Библии есть удивительный текст, который я периодически цитирую. Там написано так: «Все могу
в укрепляющем меня Иисусе Христе. Давайте скажем, все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. А вот в подлиннике как? Я могу все сделать благодаря тому, кто усиливает меня изнутри. Слышите? Усиливает меня изнутри. Слово «укрепляющим», греческое слово «динамис», что означает «динамит», отсюда это слово произошло. Это означает, он как динамит внутри тебя, усиливает тебя. Ты бы давно бы уже сдался, ты бы давно уже отступил, ты бы давно вернулся к своим старым занятиям, и, может быть, уже и не верил бы ни Богу, никому вообще. Тебя люди столько разочаровывали, столько предавали, столько измен, столько боли, столько всего. Но вдруг изнутри открывается источник. Я все могу, я все могу. Господе моем, в Иисусе Христе, который усиливает меня. Аллилуйя. Давайте склоним наши головы, давайте встанем сейчас для молитвы. Я верю, что нам нужно не забывать провозглашать Слово Божие. Друзья, цитируйте Писание. Провозглашайте. Это война духовная. Когда вы говорите «Слово Божие», и дьявол отступает. Туча собирается, вы поднимаетесь, говорите «Слово Божие, а я знаю», говорит Иов, помните? «Искупитель мой жив». И все бесы распадаются, и дьявол поражен. А он уже умирает, уже там скоблит тело свое, все потерял. Друзья пришли, говорят, ты что, что с тобой, смотри, ты грешник. Он говорит, да, кто знает, не знаю греха никакого. А потом говорит, я знаю, искупитель мой жив, цитирует Слово Божие. И после этого победа Божия. Провозглашайте, исповедуйте, цитируйте, будьте наполнены Словом Божиим, и тогда никакое искушение не сможет увести вас. 22-й псалом. Псалмопевец Давид говорит: «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим». А ниже он говорит, что если я пойду долиной смертной тени, я не убоюсь зла. Почему? Потому что твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. Мой друг, в моей жизни Господь со мною. Я точно знаю, что Он идет рядом, Он ведет меня за руку, а иногда берет на свои руки и проносит меня через опасные, трудные участки земного пути. Как насчет тебя? Живет ли Господь в твоем сердце? Открой Ему себя, откройся перед Ним и попроси, чтобы Он пришел в твою жизнь, и ты переживешь Его отцовство, ты переживешь, как Он проходит с тобой по жизненному пути. Пусть Бог благословит тебя. Сделай это прямо сейчас.